короче, надо будет фигуру подтянуть, чтобы все максимально не вываливалось. Ну да. Прикольно бы было, если бы мы бы еще не хотели танцевать. Было бы прикольно, если бы могли бы, да, что-нибудь делать. Ну, я думаю, что это же навык, то можно научиться. Ну, пока у меня же цель, это, естественно, шпагат, 100%, то есть, ну, пока что так, а там уже можно... Ну, надо прям полностью растягивать тело, ну и шпагат, и остальное тоже. Ну, вот я сегодня и спину, ну, будем растягивать. Чтобы красиво делать. А потом можно на полдэнс, там, на стрипластик куда-нибудь ходить. Там уже вот этих самых стрип-трек шпагатов. А у тебя 33 шпагата было, абонемент? Да. Что тебе сестра у меня приезжала? Да? Угу. Так что она не может? Ну нет, как-то. Она же мне на Новый год кинула. Кинула? Ну, в смысле, мы договаривались, что мы 30 числа будем в Екатеринбурге. Mm-hmm. Я приехала, забронировала гостиницу нам двоим. Заехала, жду ее, звоню ей вечером. Говорю, ты где? Ну, говорит, я не приеду, мне лень. Типа, ну, ВТФ вообще. Ну, я такого не понимаю. Ну, не то, что обиделась, но у меня просто, не знаю, какое-то несерьезное отношение. Ну, типа, мне это вообще не надо. И как-то... Ну, она поняла, что она косякнула. Ну, она что-то мне писала, но я как-то это... Я-то злопамятная. Помню даже, что было 8 лет назад. Да не то, что злопамятная, просто, ну, для себя просто подчеркиваешь, если есть косяки, то тоже все накапливается. Сколько у тебя сейчас подписчиков в Англике? 150.